YouTube, все мои подписчики. Вот, удалось выехать сегодня пострелять, протестить мою банку. Ну как мою, матильдовскую, обновленную. Вот видите, закрасил я эту МГшку. Хренатень ты. Вот. Ну это видео будет короткое, чисто тест. Я сейчас протещу, потом купил себе прицел загонник. Мега дешевый Вектор Оптик 1.4 на 20. Блин, ветер. Ладно. Три патрона FNG2, латунь. Оболочка латунная. Вот, даже попробую. Снимал прицел, я его пристреливал на 55 метров ночник. Здесь 55 где-то. Вот, сейчас попробую, сбился или нет, потому что я снимал и ставил его. Заодно и протещу. Ремень 1.0 у меня, кстати, на Алиэкспресс заказывал. Я ее немножко укоротил. Вот. Купил антапку такая, которая быстросъемная, на шариках. Вот. Вот такую. И все, тут немножко отрезал, подшил под себя. И все, и теперь у меня 1.0 покороче. Ну, нормально, мне даже с банкой с этой. То есть, ну не знаю, видно вам, наверное, видно. То есть нормально, можно ходить под резиненное. Ладно, короче, тест. Включаем ночник. Парт 008. А что мы включаем, если у меня батарейки нет? Ладно. Вот это я лоханулся. Вот оно. Сейчас. Лошара, блин. Как тут оно? Плюс вниз. Грязи тут, конечно. О. Сейчас попробую. Ну так, тест. Ну, в принципе, нормально. Первый какой-то громкий получился. Вторые два потише, как бы нормально, и вроде попал там куда-то. Сейчас еще парочку запущу, кион 15, ну чтоб объективно. Ветер оттуда, но отражается от стенки карьера и поддается это. Так, ладно. Банки стоят под газовую, под газом маленькие. Попробую с рук. Попал. Попал. 55 метров. Сейчас даже вам дойду до туда, покажу. Сейчас на паузу поставлю. Так. Ну вот, короче, это вниз я попал одной банки. Видимо, вот сюда полетело. А это как-то непонятно. Вот он вход, а что-то выход вообще какой-то децельный. Непонятно, что и как. Ладно, буду сейчас пристреливаться оптику. Вот он, мишень. Это новое, это старое. Сюда еще с ночника простреляю. Это я 55 метров стрелял. Еще буду стрелять поближе, там на 20 метров подойду, на 30. А сюда буду оптику пристреливать. На 100 метров, 100, там 110 метров. Не знаю. А, ну вон. Вот он. Это 55. Вон где машина, там 100. Вот. Так что так, не знаю, снять это или нет. Ну ладно, не буду.
Короче, тест нормальный, банка работает. Подписываемся, ставим лайки. Результаты потом сниму. Еще одно отдельное видео будет, как я пристреливал. Ну, думаю, если телефон не сядет, то сниму. Все, давайте, счастливо.